Что касается будущего России, трудно давать какие-либо прогнозы, потому что это мистическое и непрогнозируемое пространство. Тем не менее, некоторые тенденции просматриваются. Есть вероятность, возможно, для кого-то негативное, превращение нашей большой России в среднеразмерное европейское государство. Но такова, но эта вероятность невысока. Скорее, это останется большим азиатско-европейским государством в исторической перспективе. Возможно, нас ждут даже какие-то конфедерации с еще более крупными азиатскими государствами.